Вот это вот два хадиса, 622 и 623. Первый хадис был от Аль-Аля, да, если вы помните, что они пришли к Анасу ибн Малику, ради Аллаху Талан, выйдя после намаза Зухар, да, дом его был возле мечети дома Анаса, и он спросил совершили Асар, они сказали, как Асар, если мы только сейчас, что вышли, совершив намаз Зухар, и он сказал, совершите Асар. И они совершили Асар, а потом он сказал, что он слышал от посланника Аллаха, что намаз мунафика таков, что он сидит, ждет, выжидает, пока уже солнце не окажется между рогами шайтана, и потом встает и отстукивает 4 ракаты, поминает Аллаха, в них лишь немного. Это был хадис 622, хорошо, а потом от Абу Умама был у нас, да, хадис, вот этот, который мы сейчас разобрали с вами, она упоминает его, говорит, хадис Абу Умама какой, что мы совершили с Умар ибн Азизом Зухар, потом пришли к нас, увидели, что он совершает Асар, спросили, что это за намаз, он сказал, что таков намаз посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который мы совершали с ним. И Ан-Науви говорит, рахималлаху тааля, что эти два хадиса, они открыто, четко указывают на то, что намаз Аср совершается в начале его времени, указывают на раннее совершение намаза Аср, и что время Асра наступает тогда, когда тень вещи становится равной длине этой вещи. И имамы, люди другие, да, не откладывали намаз, видите, зухр отложили, до этого времени уже сказано, до этого времени практически отложили намаз зухр. И Умар ибн Абдул-Азиз говорит, он тоже отложил этот намаз, но почему? Потому что таково было обыкновение амиров тогда, обыкновение правителей было такое, и до него так они поступали, и говорит, Ан-Науви, пока не дошла до Умара ибн Абдул-Азиза сунна. Пока до него не дошла сунна, что намаз нужно совершать рано. И когда дошла до него сунна, тогда он стал совершать его рано. Возможно, так же, говорит Ан-Науви внимательно, возможно, что отложил Умар ибн Абдул-Азиз из-за какого-то дела, из-за какой-то уважительной причины, которая возникла. Но очевидный смысл хадиса указывает все-таки на первое объяснение. Какое первое объяснение? Что таков был обычай обыкновения правителей. Да, в то время и до него он это видел, он знал это. Хорошо? Все это происходило, говорит Ан-Науви, когда? Это происходило, когда Умар ибн Абдул-Азиз, описываемые события, да? Это происходило, когда Умар ибн Абдул-Азиз был амиром, то есть наместником над Мединой. То есть он не был еще тогда халифом. Он был наместником халифа в Медине, в Хиджазе. Он еще тогда не был халифом, потому что Анас, радиаллаху талан, он умер до того, как Умар ибн Абдул-Азиз стал халифом, приблизительно за 9 лет до этого. Анас ибн Малик, по разной версии, умер в 90-м, да, или, говорят, в 93-м году, по-разному, то есть приблизительно за 9 лет до того, как стал Умар ибн Абдул-Азиз халифом.